Доброго времени суток. Бесплатное зарядное устройство для мобильных телефонов. Честно говоря, я вот частенько захожу, смотрю на вот такие видеоролики, особенно еще с дебильной музыкой такой. Вот, и просто удивляюсь. Здесь, когда почитать комментарии, то некоторые, конечно, пишут, что это все херня, но некоторые пишут: прекрасно, молодец, супер. Вот это да, вот это идея. Понимаете? То есть меня удивляет, ну, иногда то, что все-таки люди в большей степени, они на самом деле, ну, просто, ну, действительно, как овцы какие-то. Ну, понятно, что потом находятся люди, которые говорят, что вечный двигатель невозможен, когда действительно весь интернет, правильно говорил Игорь Белецкий, забит вот таким вот дерьмом. Вот смотрите, сколько. Это все одно и то же, все одно и то же, все, вот это, вот эти все бредовые, так называемые вечные двигатели, которые Free Energy, зарядка мобильного телефона. Вот два моторчика, он ставит Samsung телефон и начинает заряжать телефон. То есть можете себе представить, насколько, то есть для меня даже нет слов, и люди ведутся на вот эту хрень. И понятно дело, почему многие разочаровываются, когда они такое видят, а потом начинают делать, оно не работает. Вот это вот сделать легко. Раз, два двигателя склеил, подсоединил USB-зарядку, оно не работает. И человек думает, бля, вечного двигателя не существует. Это все обман. Потому что такое, да, действительно, сделать такое легко. Но оно не будет работать, оно и не должно работать. Потому что для заряда телефона вот такого андроида, так минимум нужно, ну, где-то 0,7 ампера или даже 1 ампер. А есть такие, я видел Samsung у моего товарища, у него 1,5 ампера. Вот эта вот пиндюрка, чтобы она выдавала 1,5 ампера, 3,7, ой, чтобы для заряда не 3,7, а где-то 4,2 вольта, 1,5 ампера. Вот эта вот хрень должна выдавать. Можете себе представить, плюс он должен крутить второй моторчик. И он заряжает. Просто у меня нет слов. Вот он запускает как двигатель, как трактор, если кто-то видел. Дёрг за шморгалку. Бензопилу так еще запускаю. Там мотокосу. Оба, все. И пошла жара. То есть здесь зарядка уже идет полным ходом. 79%. Ну, какая мощная, блядь, зарядка. Это полный трындец, понимаете? Здесь он это все демонстрирует, как это все работает. При этом, то есть, я даже не знаю, что говорить на такие вот видео. Этих видео таких просто бесконечное множество. Когда вот какую-то хрень показывают, и люди говорят: о, классно, как ты хорошо придумал, действительно, это уникальная идея. Вот тут 3 двигателя, я видел, подряд 8 двигателей запускали, и все у них работает. То есть, сам факт, что здесь, ну, чтобы показать, я обещал множество раз, что я такое сделаю. Здесь в одном двигателе вообще ничего нету. Просто прикручена вот эта штучка и стоит батарейка. И все. Вот она крутит только один двигатель и может заряжать смартфон. И то я даже думаю, что, скорее всего, смартфон не включен, а показана просто, может быть, даже заставка такая, что типа идет заряд. Что это вообще смартфон не заряжает, понимаете, ничего. Или вообще смартфон выдает сюда напряжение, как вариант, и наоборот питает и крутит вот эти два двигателя. Есть такое, я слышал, что в Samsung есть, что они могут заряжать другой телефон просто сами. Вполне возможно и даже такое. То есть, ну вообще, ну такая вот херня просто. Ну вот такое вот видео, даже просто не знаю, это даже не разоблачение, это какой-то детский сад. Вот я сегодня снял, чтобы вы понимали, что в большинстве случаев все такие видео — это просто самый натуральный просто развод, специально запиханный, просто я даже не знаю, зачем это все делается, абсолютно бессмысленные вещи показывают. Ну, просто я думаю, что это просто как шоу, и не более того. Я думаю, и так всем понятно, зачем это делается. Так что всем всего хорошего. Пишем комментарии, что мы по этому поводу думаем. Хотя это и писать нечего. Счастья, удачи и процветания.